Могилевскую область и бразильский штат Сеара будут поширять региональное сотрудничество. Такие намеры выказали баки по часу встречи у областном центре. Про перспективы экспортные, инвестиционные и культурные – материал наших корреспондентов. Это первый визит спадара Антонио в Беларусь, але специальный помощник губернатора бразильского штата одразу отзначил – махчимости для супрацовництва вельми широкие. Сеара готовы экспортовать у Могилевский регион каву, экзотичную садовину, скуру, есть интерес и у импорте. На передодні гости наведали два бобруйские предприемства. Якость белорусских шин уразила, еще больше – вытворчесть сельгастехники. Одразу з'явилася пропанова – створить у Сеара сборочную вытворчесть белорусских малогабаритных тракторов. Очень высокое качество товаров. Меня это впечатлило. И тракторы, и шины. Обычно, когда в Бразилии говорят об этих товарах, вспоминают производители США и Германии. Но когда мы увидели вашу продукцию, уверены, вам можно гордиться ею, и она должна быть в Бразилии. Баки обмерковали перспективы инвестиционного сотрудничества. У приватности бразильцы пропоновали створить у свободной экономичной зоне Могилёв вытворчасть по выпуску скураного обутку. Еще один крок наперед у сотрудничестве – это диалог на узровне гандлёво-промысловых палат. Белорусские и бразильские бизнесмены повинны сустреться, каб вызначить конкретные проекты для реализации. Поставлена задача диверсифицировать экспорт в сторону увеличения как раз стран дальней дуги. И мы видим, что Бразилия как раз может стать отправной точкой развития экспорта в страны Южной Америки. Прогучало пожадание звернуть увагу и на культурное взаимодействие. Больш тесно познайомиться повинны и столицы регионов. Баки домовились, Могилёв и Форталеза у будущем станут городами-побратимами. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов, Новин регион.